свое профессийное свято отзначают работники державной статистики. Не без подстав лечится, что ведомство находится у жаночих руках. У системе Белстата свыше 90% работников представницы прихожей половы человечества. Але уже у наступном годе этот показчик часово изменится. Статистики рыхтуются до масштабной кампании перепису насельництва. Для этого додатково задейничают около 10 тысяч переписчиков. Тему протягне Евгения Кухаронок. Бадай, самая горячая пора для работников статистики – это перепис насельництва. Проводится он раз в 10 год, ближайший чекает нас у 2019-м. Нововведением будущей кампании станет отмова от паперовых носбитов и выкористание планшетных компьютеров. Новые девайсы попробовали у деятельности подчас пробного перепису, который провели в минулом году в Молодежнинском районе. Зараз надыходит черга регистраторов. Наприкінці осени с 6 по 30 листопада они будут проверять отповедность размещения домов с картографичными материалами. Хотел бы еще на чем заострить внимание, чем отличаться будет перепись 2019 года, тем, что впервые будут включены вопросы, касаемые сельскохозяйственной деятельности населения. Например, если у человека имеется участок, неважно, дачный там или это может быть в населенном, сельском населенном пункте, либо в частном секторе в городе, то переписчик будет его опрашивать на предмет того, например, какие у него садовые произрастают деревья, кустарники, вот, содержит ли он в своем хозяйстве какую-то живность. Переписная кампания стартует у кастрышнику 2019-го. По данным минулого перепису населения, краины складала 9,5 миллионов человек. Три четверти проживали в городах, а больше, как половина городского населения, у Минску и областных центрах. Как изменятся статистические данные, доведаемся на початку 2020 года. Менавіта до этого часу планируется опрацовать информацию и опубликовать первые выники. Роль сучасной статистики в громадском жизни и экономике тяжко переоценить. От данных залежит выпрацовка и реализация социально-экономичной политики державы. Профессионализм и добросумленное ставление статистиков до своей справы выкликают щирую повагу. Эту работу надо любить. Это очень кропотливая. Очень внимательно надо быть. И очень ответственным человеком быть. Потому что эти цифры, на наших цифрах строятся все вышестоящие указы, приказы. Поэтому наши цифры должны быть только достоверными. З нагоди професійного свята у головному статистичному управлінні в області відбувся урочистий сход. Гоноровими грамотами і подяками узнагороджені ліпші працівники служби. Євгенія Кухаронок, Ігор Марищенко, телерадіо, компанія «Гомель».